Суд же может стать этнографическим центром Курской области. И первый шаг уже сделан. Открыт туристический маршрут «Дорогами Тимони». Подробности рассказывает российская газета на страницах своего тематического приложения, посвященного отдыху и путешествиям. В Судже уже не одно десятилетие профессионально поддерживаются традиционные гончарство и ковроткачество. В районе сохранились и другие народные промыслы. Вышивка, этническое плетение, резьба по дереву, изготовление глиняных игрушек и народных музыкальных инструментов. Недавно здесь отметили День гончара. Об этом рассказывали и наши корреспонденты.